В начале совещания глава города поздравил победительницу 10-го областного конкурса «Воспитатель года». Ею стала Инна Устинова, педагог детского сада «Лесная сказка». В течение нескольких месяцев за это звание боролись 16 педагогов дошкольного образования из 10 районов региона. Инна Устинова представит регион на всероссийском этапе конкурса. Коммунальные службы города готовятся к осенне-зимнему периоду. На инженерных сетях проводятся гидравлические испытания, устраняются дефекты. А 12 июня – День России. В Десногорске пройдут праздничные мероприятия. Всех гостей и жителей нашего города мы приглашаем с 16 до 18 на детскую игровую программу «Микрошка». И с 18 до 21 на праздничную программу «Будем всегда России гордиться». 12 июня – городская летняя эстрада. Глава города рассказал о предстоящем субботнике. Он пройдет 7 июня в парковой зоне между 1 и 2 микрорайонами, а также в садовом товариществе «Кукуевка». Будет произведен вывоз мусора. У нас стала, в принципе, добрая наша традиция с прошлого года оказывать содействие, в том числе и нашим садоводческим товариществам. Инфекционные заболевания в Десногорске регистрировались на обычном уровне.